Акции компании Airbus выросли на 2% после того, как стало известно о покупке Китаем 130 самолетов, произведенных европейскими авиастроителями. О сделке стоимостью 17 миллиардов евро было объявлено на встрече между канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Китая Ли Кэцяном. Китайский заказ включает 30 широкофюзеляжных самолетов А-330 и 100 узкофюзеляжных самолетов А-320. В июле Airbus закрепил свои позиции на китайском рынке, подписав соглашение о строительстве сборочного цеха для самолетов А-330 в китайском городе Тяньцзинь.